Всем привет, с вами Фри. Сегодня появилась такая одна интересная вещица на наших игровых серверах. Ну, не на ПТ, не на где-либо еще, а именно на тех, на которых мы сейчас сидим, фармим, осваиваем новые билды и радуемся изменению классов. Так вот, ресурсы оплота класса можно наконец-то тратить. Свершилось. Мы можем покупать кровь Сергераса. 5000 ресурсов на 5 крови. На самом деле вполне неплохой обмен, если честно. То есть получается, мы кликаем, принимаем и как бы все. Но зачем нам так делать, если мы можем прописать макросик run by merchant item 1.1. Первая цифра означает нумерацию предмета в окне торговца. Вторая цифра означает количество, то, которое мы хотим купить. Допустим, мы сохраним его, перетащим на панельку и кликнем. Вы не можете купить указанное количество таких товаров, пишет. То есть минимум 5. Ага, то есть стакается по 5. Хорошо. Мы впишем такое число, как 20. Все, кликаем. И мы приобретаем 20 крови Сергераса. Вот оно у меня, если что, если вы вдруг не видите. Давайте я вот так ее перетащу, чтобы даже понагляднее было. В текущий момент ее 57. Еще покупаем, еще. И еще. И еще. Все. Я доволен, я слил все свои ненужные ресурсы оплота класса. Кайф. Макросик оставлю вам в описании под видео. Пользуйтесь, радуйтесь. И все у вас будет отлично. Продолжайте фармить ресурсы оплота класса, кровь Саргераса, что-нибудь вообще делайте в этой игре, и все у вас будет отлично. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится, ну и легендарок полезных побольше. До скорого!